Сегодня приготовим говядинку. Вот у меня есть такой кусочек грудинки. Сейчас я пленочки только сниму. И вот эту говядинку мы на гриле приготовим. Будет у нас соус из авокадо с перчиком халапеньо и с перчиком хабанера. Ну, еще какие-то овощи тут. Соответственно, специи и хорошее настроение. Приступим. Стартер заправили. Уголь там уже греется. Как будет готов, мы его пересыпем вот сюда. И будем запекать, зажаривать, запекать нашу говядинку. Соответственно, пленочки вот эти лишние я сейчас уберу. Вот так. То есть косточки оставляю. Я возьму фольгу. Несколько кусочков. Возьму маслица, капну маслом. Масло у меня оливковое. На самом деле тут уместно какое-то растительное масло, подсолнечное. Ну, чего нет, того нет. Черный перец. Еще я добавлю. Вот есть соус черный перец. И соус ворчестер. Вот он к говядине прям хорошо. И закрутим фольгу. Вот так. 4 слоя фольги получилось. Не, ну сказка же. И приготовим авокадо. Ну, собственно, мы будем, наверное, делать гуакамоле из авокадо. Нам мякиш надо вытащить. Я ложкой воспользуюсь. Видите, как неудобно ложкой. Дальше я возьму вилку и вилочкой вот так вот подавлю наш авокадо. Надо посолить. Черного перца добавить немножко. Обязательно. Вот тут обязательно. Оливковое масло. Лимончик, лайм. Лимон не так вкусно, лайм. Сока лайма прям вот сюда вот надавить. Перемешиваю и пробую на соль, на перец, на кислоту. Чуть соли еще хочется. То есть вот это вот базовый вариант гуакамоле. Пока оставлю в сторонку. Пусть ждет своего часа. Ну вот я вижу, уже угли разгорелись. Буду уже высыпать. Соответственно, вот сюда кладу наш кусочек мяса. Не на угли, а вот здесь рядышком, чтобы запекалось. А на решетку я вот возьму чеснок. Я его разрезал вот так. И положу чеснок. Есть у меня огрызок небольшой халапеньо. Сюда же его положу. И один перчик хабанера. Я немного буду делать сейчас, поэтому мне хватит одного перчика. Пусть это у меня прижарится. Так, проверяем. Ух ты! Вот оно. Убираю. Это убираю. И чеснок тоже готов. Убираю. Все, а мясо пусть у нас готовится. Прям часок пусть лежит. Температура будет в районе 200 градусов. Кто острое не ест, вот дальше пока можете перемотать. А кто ест острое, вот я разделю напополам. Половинку сделаю острое, а половинку сделаю не острое. Вот это будет острое у меня. Соответственно,
чеснок я выдавливаю. Разомну его тоже. И напополам сюда чеснок. И сюда чеснок. Перчик. Халапеньо. И хабанера. Тоже раздавлю хорошенько. И вот сюда в острый гуакамоле я его добавлю. Если есть болгарский перец, то также его поджарили, почистили, разомнули и в гуакамоле добавили. Только вкуснее будет. Ну-ка. Ой, со скриночкой. Так это огонь вообще. Сказка. Ой, хорошо. Дальше я возьму огурчик. Я почищу. То есть шкурку с него вот эту уберу. И нарежу на некие полосочки. На соломку. И возьму помидорку. Ах, какая. И помидорку также надо порезать. Возьму кинзу, накрошу. Причем у кинзы крошатся как листочки, так и вот эти лапки. В лапках весь вкус. И возьму я перчик халапеньо и порежу его. Вот у халапеньо, вот если носик вот этот отрежете, он, что болгарский перец, абсолютно не острый. Но дальше он острый. Столько мне хватит. Я хочу соус сделать. Я возьму майонез и возьму, вот у меня есть соус чили, тоже из хабанера. Чтоб какая-то пикантность была. Я много не буду, чуть-чуть. Если вдруг кому-то нравится табаско, можете табаско насыпать. Вообще, что угодно. Кстати, чтобы вкуснее был соус, не забудьте добавить соуса ворчестерского сюда. То есть вот этот соус, майонез, ворчестерский соус, смесь вот эта, для мяса, для говядины, это просто сказка какая-то. Кстати, вот можно даже, знаете, для интереса, сейчас возьму лайма, капну. Видите, вот так можно попробовать, что получится. Смешаю с лаймом и попробую. И вот я попробовал и понял, что это хорошо. Я сюда лайма капну немножечко. Вот обалденный соус получился. Название сами придумайте. Вообще соус, на самом деле, я только что выдумал. Но он достоин, чтобы его занесли в скрижали истории. Будем считать, что горячее, то не сырое. И достанем. Обжарили. Со всех сторон корочка аппетитная, вкусненькая такая появилась. Чтобы с дымком все было. Косточки срежу. Я возьму мяско. Кусочек и нарежу потоньше. Ух, аж сок брызжет с него. И это мяско я на небольшие кусочки еще нарежу. Вот на такие. Возьму вот такую чеплашечку и кусочек сливочного масла убулькну в нее и подогрею на углях. И мяско наше сливочным маслицем полью. Так вкуснее будет. Возьму лепешку, лаваш, и положу
гуакамоле. Вот это острый. Соответственно, мяско сверху. Огурчик. Помидорчик. Кинзы. Где-то у меня был вот. Перчик порежу. Перчик. Соус возьму. Майонезный. И заверну. Халапеньо забыл. Добавлю халапеньо. Вот так. И на гриль уберу. Соответственно, второй сделаю не острый. Гуакамоле. Мяско. Перчик болгарский. Огурец. Помидорчик. Немножко кинзы добавлю все равно. И наш соус. Заворачиваю и тоже на гриль. У нас получился острый, это не острый. Буду пробовать. Буду пробовать. Это очень вкусно. Ну, такой не купить. Такой можно только сделать. Друзья мои, готовьте с удовольствием. Пусть это будет вкусно и красиво. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. И да пребудут с вами кулинарные боги. Все, пока.